Ты зачем? Великий государь, тебе, князь Василий Шуйский, челом бьет. Шуйский, зови, скажи, что рады видеть князя и ждем его. Пушкина хвала пришел с доноса на Шуйского, Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайной беседы шла у них. Гонец из Кракова приехал и приехал гонца схватить. Шуйский князь. Великий государь, я вам. Преславный Мития, достойный кого толпы безмозглой, преступная глава бояр крамольных, царского престола супостат, наглый лжец, трижды клятву приступивший, хитрый лицемер. Истец лукавый, прости меня под шапкою повязной, обманщик блуд. Царь, есть вести, и вести важные для царства твоего. И те, что Пушкину, или тебе там, что ли, привез посол потайный от соприятелей бояр опальный? Да, государь, в Литве явился самозванец, король, они и папа за него. Чьим же она полчится в стулом, чье имя негодяй украл, чье имя? Конечно, царь, сильна твоя держава, и милостью, раденьем и щедротой усыновил своих домов, душою преданных престолу твоему. Хотя и больно мне, великий государь, хотя и кровью мое сердце обольется, но от тебя скрывать не смею, что если дерзости исполненный бродяга с Литвы границу нашу перейдет, к нему того, быть может, привлечет Дмитрия, воскреснувшая Дмитрия. Дмитрия, царевич! Повинуйся. Взять меры сейчас, чтоб от Литвы Русь оградила заставами, чтоб ни одна душа не перешла за эту грань. Ступай. Нет. Постой. Постой, Шуйский. Из гроба выходили допрашивать царей, царей законных.
избранных всенародно, увенчанных великим патриархом. Смешно. Что ж не смеешься, а? Помилуй, великий государь. Слушай, князь, когда великое спешило злодеяние, когда безвременно малютка погиб, малютка тот погибший был Дмитрий. Он, Василий Иванович, Христом тебя и Богом заклинаю, по совести всю правду мне скажи. Крепко сжав игрушку детскую.